Главный праздник зимы все ближе. Школа-интернат развития в Марусине уже встретила Деда Мороза. Незабываемое волшебное торжество детям организовала общественная палата совместно с Люберецким благочинием. Если настоящая зима не идет к детям, то к ним, несмотря ни на что, придет Дедушка Мороз. В этот раз компанию зимнему волшебнику составили знаменитые друзья Винни-Пуха. Вместо игры в снежки ребятам предстояло путешествие в сказочном поезде. Ведь главный зимний волшебник привык дарить ребятам чудеса. Зимнее представление с подарками для абсолютно каждого ребенка школы-интерната устроила общественная палата и Люберецкое благочиние. Эта поездка не смогла бы осуществиться, если бы мы не нашли спонсоров в лице нашего благочиния и благотворительного фонда «Горсть счастья». Никакое хорошее дело не получится в одиночку. Всегда нужна не только идея, нужны помощники в ее реализации. Поэтому те эмоции, которые мы сейчас испытали, повторить невозможно. Детки особенные, детки честные, детки такие искренние. Там, где мы устроили праздник, там, где мы принесли какую-то улыбку на глазах ребенка, для меня это уже ценно. Праздник с таким размахом благодаря организаторам придет и в другие учреждения округа. Также волшебные герои посетят многодетные семьи и придут к родителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.